Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Я хочу предоставить вашему вниманию очень крутейший бой на Панар EBR-75FL10. Вы спросите, что же в этом бою будет крутого? А то, что эта карта как бы не очень играбельна для ебра, конечно, когда команда нормальная противников против него. И в этом бою практически большая часть команды сливается, и мы остаемся вчетвером против девятерых. О чем я хотел бы сказать? То, что никогда не нужно сдаваться. Commencez à vous replier.